В эти дни азербайджанский народ переполнен чувством радости от свершившегося факта открытия Физулинского международного аэропорта, а в соседней Армении в связи с этим же фактом отмечается траур. С целью принизить роль Физулинского международного аэропорта, хоть как-то увязать его с международным терроризмом, армянский агитпроп буквально, что называется, из кожи вон лезет. В связи с открытием международного аэропорта на территории освобожденного от оккупации Физулинского района, Союз офицеров запаса СНБ Армении выступил со страшным заявлением, как кажется умным головам, заседающим в этой организации. Задействовав Физулинский аэропорт, азербайджано-турецкий тандем может под видом беженцев заселить оккупированные территории Карабаха как азербайджанцами, так и афганским контингентом, международными террористами и таким образом превратить территорию в плацдарм нападения на Армению. Данное заявление, с одной стороны, демонстрирует то, какой глубокий, глубоко укоренившийся страх и ужас перед азербайджанцами сидит в сознании и в слабом сердце каждого армянина. С другой же стороны, пытаясь, будучи слабыми людьми, убедить самих себя в том, что они боятся не азербайджанцев, хотя именно азербайджанцев армяне и боятся. Армянские герои продолжают сочинять всякие небылицы о каких-то террористах, которых азербайджанская сторона якобы привлекает к себе на службу. Вообще у человека, познакомившегося с заявлением «Союз офицеров запаса СНБ Армении», может сложиться вполне реальное впечатление о том, что данное заявление было сделано именно для заявления как такового. Авторы приплели всякую чушь про каких-то афганцев о плацдарме для нападения на Армению, в очередной раз показав, что в армянском обществе народе живет неприходящий страх перед азербайджанцами. А куда, собственно, делись хваленный армянский героизм, фидаинство? Или они действуют только тогда, когда за армян воюют представители других стран? Возможно, так и есть. Кроме того, заявление Союза офицеров запаса СНБ Армении показывает также страх и ужас армян перед Турцией. Всем уже очевидно, что у талибов и турок общие интересы, свидетельством чего является готовность передать фактическое управление аэропортом Кабула туркам, а также бесперебойная деятельность посольства Турции в Афганистане в течение всего этого времени. Таким образом, из всего сказанного следует, что Армения боится Азербайджана. Боится настолько, что, прекрасно понимая, что Физулинский аэропорт предназначен исключительно для пассажирских и грузовых перевозок, и пытается увязать его с международным терроризмом, с движением «Талибан» и так далее. Все это смешно и, с другой стороны, демонстрирует полную беспомощность армянского народа и общества, оказавшегося в плену у человеконенавистнической идеологии и шовинистических кругов. Если бы Союз офицеров запаса СНБ Армении в своем заявлении озвучил инопланетную, марсианскую версию заселения Физулинского аэропорта, то по сравнению с афганским контингентом, это показалось бы наименее смешным. Похоже, поражение в войне 2020 года больно ударило не только по обороноспособности, но также и по головам некоторых армян, расстроив их психику. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.